Как я могу ориентировать конвейер через мотор? Ленточные конвейеры широко используются на окружающих производственных линиях и заводах. Конвейерная лента в основном используется для перемещения сырья или продуктов. Здесь тоже мотор используется. Если вы измените две позиции трехфазного напряжения, двигатель будет работать в противоположном направлении. Есть две конвейерные ленты. Каждый конвейер имеет свой мотор. Конвейерная лента SB1 работает в прямом направлении. Конвейерная лента SB2 движется в противоположном направлении. При подключении магнитного контактора и двигателя, который управляет конвейерной лентой, измените положение двухфазного напряжения на 2. Сначала давайте посмотрим на поведение симуляции, показанной на экране. Input on. Wiring breaker. Press the button. PB1. Release the button. PB1. Press the button. PB2. Release the button. PB2. Press the button. PB0. Release the button. PB0. Press the button. PB1. Release the button. PB1. Press the button. PB2. Release the button. PB2. Press the button. PB0. Release the button. PB0. Input off. Wiring breaker. Мы проверили содержание моделирования. Теперь давайте конкретно рассмотрим, что такое электрические последовательности. На экране есть два магнитных контактора MC1 и MC2 и два двигателя. Изучите электрическую последовательность. Когда пользователь нажимает кнопку PB1, двигатель AM1 управляется магнитным контактором MC1. Когда пользователь нажимает кнопку PB2, двигатель AM2 управляется магнитным контактором MC2. Лампа RL1 включается при работе двигателя AM1, а лампа RL2 включается при работе двигателя AM2. Лампа GL не загорается при работающем двигателе. И когда пользователь нажимает кнопку PB0. Все операции останавливаются. Теперь выполните соединение для каждого инструмента на экране. Соединение окончено. Теперь измените цвет лампы и запустите проверку движения. Проверьте рабочее состояние каждого магнитного контактора, кнопок и ламп. Input on. Wiring breaker. Press the button. PB1. Release the button. PB1. Press the button. PB2. Release the button. PB2. Press the button. PB0. Release the button. PB0. Press the button. PB1. Release the button. PB1. Press the button. PB2. Release the button. PB2. Press the button. PB0. Release the button. PB0. Press the button. PB1. Release the button, PB1. Press the button, PB2. Release the button, PB2. Press the button, PB0. Release the button, PB0.
Press the button. PB1. Release the button. PB1. Press the button. PB2. Release the button. PB2. Press the button. PB0. Release the button. PB0. Input off. Wiring breaker. Мы узнали о работе и направлении конвейерной ленты. Для работы каждого двигателя важно подключить магнитный контактор к двигателю. И это должно быть легко контролировать в соответствии с вводом пользователем кнопки. Состояние работы каждого двигателя также должно указываться лампой. Я надеюсь, что вы сделаете более интересные конфигурации электрических последовательностей. Спасибо за просмотр. Проверьте подписку и подобную кнопку. Мы будем делать больше и больше обучающих видео. Любые другие вопросы будут оценены, если вы оставите их в комментариях под видео. Хорошего дня!